годов. Американка с кроссом, милованка. Начинаем заход. Вот, собственно, кросс. Далее выход под рукой. И еще раз начинаем. Американка кросс. Выход под рукой. И ведение за талию. Американка. Остановили одной рукой. На второй. Это то, что на месяц. Еще раз дальше. А теперь медленно. Остановили. Перевели. Видишь, а потом дверь. И поворот мельницы. Остановили. Перевели. Поворот мельницы. Остановили. Перевели. Поворот мельницы. И поддержку. А заход какой ты рекомендуешь? Заход из американки. Только без кросса. Делаем американку. Поднимаем руку. Останавливаем за талию. Далее это правой рукой переводим. Меняем позицию левой, правой, левая рука, правая. Далее мы можем делать мельницу. Этой же рукой останавливаем, переносим вес партнерши в левую руку, делаем мельницу. Правая, левая, мельница. Правая, левая, мельница, партнерши. Еще из раскрытия, по-моему, делаем мельницу. Из раскрытия. А, да, из раскрытия была мельница. Делаем раскрытие. Далее у нас был роллы. Рулал. Мы рукой поднимаем, показываем девушке, что это будет мельница. Далее мельница. Остановили. Покрутили. Остановили. Покрутили. А чтобы сделать многочисленную мельницу, мы можем начать вращать и продолжать туда руками поворачивать партнершу. И она у нас вращается. А по кругу? Покажи. По кругу, да, точно. Давай. И по кругу. Американка. Не американка. Хват, крестный хват. Далее мы отходим. Левая рука. Правая рука. Просто обходим. Вот тут поворот. Просто обходим без поворота. Поворот. Просто обходим. Это то, что ты обходим, да, показал, то, что ты на месте показал, то, что Марселла. Это... Марселла. Тоже сделаем из раскрытия, а хотя даже... Из корзинки мы делаем. Так, давайте. Сюда вперед, потом разворачиваемся.